Меня зовут Андрей. Я отвечаю в Softprom за развитие бизнеса Skybox. Как вы знаете, самые сложные вещи, связанные с безопасностью, это ежедневные процессы, которые выполняют сотрудники IT-департамента и отдела безопасности. Эти процессы, как правило, скучные и обыденные. От их безукоризненного выполнения зависит безопасность и непрерывность всего вашего бизнеса. Основными сложностями, связанными с межсетевыми экранами и сканерами уязвимостей, является анализ правил доступа и их изменений и выявление наиболее опасных угроз на фоне множества уязвимостей. Если перейти к основным сложностям в цифрах, мы имеем отчеты сканеров с десятками, сотни, тысячами и даже миллионами уязвимостей, а также в среднем около 100 заявками в день на изменение правил межсетевых экранов. Для примера расчета приоритетов для 24 тысяч уязвимостей, 36 изменений настроек сети и 5 параметров для анализа вектора атаки, нам нужно выполнить более 4 миллионов операций. А учитывая до 1000 новых уязвимостей ежемесячно, я могу сравнить подобный процесс с поеданием супа под дождем. Для решения этих сложностей, анализируя маршруты между хостами и сегментами, а также анализируя конфигурации и правила доступа, Skybox дает нам первое. Это знание и понимание вашей сети. Второе – это знание обо всех уязвимостях вашей сети. Третье – это правильное расставление приоритетов с учетом настраиваемой скоринговой модели и анализа вектора атаки с учетом настроек реальной сети. И четвертое – это возможность действовать направленно по устранению критичных уязвимостей. Так какую же ценность приносит нам Skybox? В первую очередь – это мгновенная окупаемость инвестиций. Также гарантия того, что будущие расходы на cybersecurity будут основаны на фундаментальных знаниях вашей сети. Практическую ценность для IT-отдела, отдела безопасности и отдела финансов. Видимость влияния на состояние безопасности сети до и после внесения изменений. Установку ключевых зон защитной сегментации и их постоянный контроль. А также готовность к хакерским атакам. По сравнению со стандартным подходом анализа уязвимостей, который недостаточно эффективен, Skybox от конкурентов отличает следующий подход. С помощью сбора данных о сетевых устройствах, анализа настроек безопасности сети, Skybox проводит симуляцию атаки, без активного сканирования, не нагружая сеть. На выходе мы получаем аналитику Skybox с небольшим числом критичных уязвимостей. Это около 0,1% от общего числа уязвимостей в сети. В общую стоимость типовых проектов по анализу векторов атаки управления сетью входит стоимость лицензии, обновлений и поддержки на один год. Пример крупного проекта для 1000 сетевых устройств, 100 межсетевых экранов и 10 тысяч активов, для которых выполняется анализ уязвимостей, составляет около 1,5 миллиона долларов, что равняется стоимости годовой технической поддержки от производителей всего вашего сетевого оборудования. Ощутить все преимущества решения Skybox вы можете, обратившись к нам в Softprom, мы сможем продемонстрировать на практике полный функционал решения Skybox.